лет у меня большая приличная закупка в фикс прайс, но больше она большая по объему купленных мной товаров, чем по чеку. Так, первое, что было, это был набор вот таких вот емкостей. Это набор баночек для хранения. Здесь можно их одну на одну ставить. Давайте откроем. 77 рублей. Я вообще эти баночки взяла одну для сахара, вторую для кофе. Очень действительно компактно, классно что-то хранить. Ну и вообще мне как бы показалась идея очень интересной, чтобы в закручивающихся таких вот одинаковых баночках что-то хранить. Как раз вот по объему одна под сахар, другая под кофе. Такие братья-близнецы. Потом я набрала контейнеров закручивающихся. Три вот таких вот. Это 0,33 литра. Достаточно такой, кажется, хоть и маленький контейнер, но вместительный. Мне такие маленькие как раз нужны. Эти стоили по 12 рублей всего лишь контейнер. 12 или 13, по чеку непонятно, там почему стоит 12 с копейками. И три вот таких вот контейнера. Ой, по чеку они стоят по 17 рублей, 16 с копейками. Это 0,66 литров контейнер, тоже на закручивающейся крышке. Здесь как раз объем вообще очень удачный, когда остались какие-то остатки пищи, можно сюда складывать. А вообще, я, может быть, если в ближайшее время опять попаду в фикс прайс, я этих контейнеров наберу на заморозку. Потому что мне кажется, что на заморозку они отлично подойдут. Короче, вообще очень крутые контейнеры на самом деле. Разных цветов были, по-моему, в 4 цветах, еще желтый. Потом следующее, что я взяла, это набор мелков разноцветных. 77 рублей, вот такое ведерко. Мелки. Я старалась выбрать набор, чтобы было 2 голубых, 2 зеленых, 2 желтых, чтобы дети вместе рисовали и не делили цвета. В общем, мы уже брали как-то набор этих мелков. Мелки хорошие, не ломаются, в принципе, очень удачные. Потом я взяла средство для стирки. Мне в прошлый раз очень понравилось. Лоск 199 рублей стоит. И действительно, его хватает на 20 стирок, как здесь указано. То есть, хватает его достаточно надолго. Для 199 рублей. Причем он хорошо отстирывает достаточно. То есть, мне прям понравилось. Потом любимое свое средство взяла. Supreme. Это кондиционер для белья. Стоит 99 рублей. Тоже одно такое из моих самых любимых средств, которое я всегда беру в фикс прайсе. И взяла вот такую большую банку Фейри, 99 рублей. Мне ее хватает надолго. Я ее переливаю в дозатор. Частично даже остается, потому что здесь большая 900 мл банка. И пользуюсь достаточно долго вот этим вот Фейри. И вот таких взяла опять форм одноразовых в экспрессе за 27 рублей. Такой одноразовый профиль. Мне очень сильно они понравились. Очень круто экономит ресурсы трудовые хозяйки, потому что не нужно мыть, оттирать загрязненный противень, можно просто смять и выкинуть. И еще взяла вот такие вот гигантские мыльные пузыри за 77 рублей. Честно говоря, я еще не открывала и не смотрела, но это по-любому нужно делать, во-первых, на улице. Ну да, круто. В общем, будем с детьми на улице, мы развлекаться. Если мне понравится, в следующий раз наберу даже побольше, потому что не сильно надолго хватает вот такой одной баночки. Думаю, что можно было даже сразу две взять. Просто я решила попробовать, как эта конструкция работает. Мы увидим, что работает реально. Пузыри очень большие и классные. Ну, в общем-то, все на этом. У меня была такая в основном хозяйственная закупка того, что самое необходимое для хозяйства – порошки, бальзамы, туалетная бумага и средства для посуды и остальное. Уже так, в общем, я прихватила в довесок. Поэтому вот такие мои покупочки. Всем пока-пока.